знаю, блять, откатится у меня тринка, не откатится у меня тринка, этот дрочильный камень 20 секунд еще. Ну да ладно. Откатится, пока ты лететь будешь. Да не, это типа не норм триня, просто она изначально 55-я прокнула в 80-й. Через большого играем. Прикинь, да? Тактика. Да он умрет, похер. Это ты сейчас про меня, да? Спасибо. Го, чисто маленьких двух убьем, потом я четырех мобов спулю. Раз. Два. Три, четыре. Блять, маленький спулился. За рогу с локалки упал 900 и релик. Неплохо, полезный хоть, если то классно. Здорово, Ника, здорово. Я смотрю, тебе понравился смайлик этот с бомжом. Он классный на самом деле, мне нравится. Потихоньку маленьких выпуливаю. Только маленьких. Блять, может не прокнуть и большой зацепить. А, слейте там нахуй. Moonfire, Moonfire, Moonfire. Отхиль меня, Сангок. Все, отлично. Мысли о Джеки Бермале не дают мне пока. А чё так? Невозможно играть, думаю, персонажами. Призы и руины всё. Ну так-то да, кстати. Невозможно, но времени просто... Что-то очень много надо резко. Живите. Да-да, вниз падаю уже, конечно. Так, бафаем льдистый путь. Ебать, я чарж сделал. Герудом. Это самое, я что сказать хочу, вот то, что вы сейчас логово видите, это вы его видите последний раз на неделю, мы больше не пойдем логово. Это мы по своим ключикам ходим. Свои ключики мы можем любые пойти. Но не собор. Тиранические, да? Угу. От морды уйти. В смысле, он сейчас должен клиф давать? Ага. Я чаржнулся, и он дал клиф в милишников. Заебись. Целом. Ну да, сейчас бы проков не было, пиздец. Вот поэтому я и хочу пересесть ебаный с собой бить. Да, забей вообще. Просто не очень. Я понял. Просто, блядь, аддон ебаных милишников, блядь. Да. Так оно и есть. Просто мрагом расскажи это с африками. Кем? Повеси тюрьму. Любого тюрьму. На левого, заднего. А, тюрьму точно, давай. Блять, ну не на этого я хотел, ну ладно. Затем, зачем тех в тюрьму кидать, они вообще стоят, пройти можно мимо. Ну, я иногда их цепляю. Но редко, ну, что-то последнее время начал цеплять их. Сразу дам стал. Давай, Ревендер, мастяшка. Угу. Ебать. Ты бы дал, хоть я их свел. Ну, что теперь делать с этим дерьмом? Что там, я раскайтить смогу вообще? Нет. Хотя... Чуть-чуть покайтил, Сангок, не благодари.
Таргет стан. Буду от тебя, Сангов, ждать зеленого. Давай. Аддон говорит, ёбаных милишников. Сейчас нахуй милишники тебе тут так скажут. Спасибо на этом боссе. Четырех мобов пулю. Пот пьем. Поехали. Пацаны, есть скрытая инфа? Сейчас там дам сам. Есть, говорю, скрытая инфа. О том, что ебать, короче, Слейти всех милишников в рот ебал. Прикиньте. Пиздец, пердалище горит с этого ебаного обновления, блядь. 7.2.5 сову нерфят. И так, блядь, старфол... Натуре? Да, блядь, и не старфол нерфят, понимаешь? Они это что, это... АОЕ? Блядь. Это основная абилка, да, АОЕшная. Угу-гу. Наконец-то нерфанул. Иди нахуй, блядь. Слава богу. Соратникам слава. 11-е лего, Сефус. Сейчас трех мобов пулю. Ну как бы да, ты смотри, что ты куда-то бежишь, странно. Нет, я выкачивал этих камнешвыр Кркербр. Вот именно их, понял, да? Нахуй вообще за что-то ебанусь, выкачал, пиздец. Потому что у тебя были охуенные сигильдийцы, блять, которые тебе сказали за сову играть, а не за Элем Шама. Сейчас бы, блять, вообще нахуй... Слушать кого-то при прокачке класса. Там еще изначально не нравилось, блядь, сова в этом, в Дреноре. Она ебанутая была. Ну такой же, как и ты. Сангок, брат. Ну да, чё. Это шок. Ебать. А чё вы наполовину шотнутые все? Вы это? Не шутите, блядь, так. Это. В мили аккуратней. В мили. Вот такая вот хуйня в мили вылазит, прикинь. Чё, все фуляйши? Отлично. Просто, блядь, 10 из 10. Сейчас бы шепот безумия прокнул, блядь. А, блядь. Найс, я сейчас буду задержать. Правая дальняя. Короче, боковая правая рядом с големом. Правая дальняя, вот это сейчас Тривендер сказал, правая дальняя. Это я сказал, подтвердил. Там проблема. Ну, два идола в миле. Понял? Это, блядь, прия только так может. Никто нахуй из танков так больше не умеет. Да-да-да. Один раз прокнул, заебись. Хоть три раза будет. Макс, если арквей прокнет, пойдем? Да. Ну только на бафы надо будет пиздец надеяться. Ну и чертоги. В квартале надо на бафы надеяться, чтобы, блядь, нормально все было на ласте. Да ты на какой-нибудь коржан нижний ярус прокнет, блядь, и я нахуй пойду. Не, собор. Ну колло. Че, добьют доты? Полтора ляма выгонится, да? Hello Kitty. А, еще, блядь. Я не следил, думал, мы добьем. Ёбаный, блядь, Слейти со своими нахуй ключами, блядь, ебучими. Я тебе нахуй гаечный ключ, блядь, в жопу засуну за такие нахуй рассуждения, блядь. Не засунь. Интересная инфа. Хотите, давай поспорим и контент для... Сейчас там минус 2 дамагера, алло. Схуяли. Так вы хильтесь. Сейчас я хилился уже и тут. Сейчас нахуй уже минус танк будет, я вам даже так скажу. Стандал. Блять, Сангок хилять надо, пиздец. Ну я кайчу пока что. Все норм.
Чем мы все пуляем? Да, усиливающий, конечно. Короче, два пака. Вот смотри, вот раз ебать, и вон там сейчас два будет. Бам, хильнулся. Червя. Маленького червя. Толкни там что-нибудь, стан ему дай. Все, дали, отлично. А, про 725 можно почитать, знаешь, завод где? Короче, смотри. Меняешь 10 статиков. И все как бы. Вешай корни на главного моба. Слейте. Что пойдет? Не бить, не бить, не бить, не бить, не бить, 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 бить. Вообще ужас какие-то страшные. Ребят. Мне не нравится. Кстати, есть такая тема охерительная, если есть ШП. Его в МК берешь. И типа заебись. Ну, если на таком аппексе, типа, вообще круто. Ну, если мы с этой херней такого уже мутить не будем. Покаяние. Пошли в жопу. Что? Нельзя, это животное. Пошли в жопу. Я с ним раз на раз буду драться. Ну и дерись. К нам его не веди, только окей. Нихуя там Пяткин. Молодец, молодец. Я же подумал, ты Геру дал. 3, 2, 1, го. Гера в КД, к сожалению. Гера в КД, да. Ну, мало ли, может у тебя там легендарное маговское кольцо, ты его спиздил там где-нибудь. На левого буду свищ. Слейте, заранее начинай в моб стрелять. Я шарю. Молодец, блядь. Там шаришь, скид дыщ. Шарить можно кулдауны максимум на рейды, а тут нужно разбираться. Ха. Я, блядь, в роль модника. Я знал, что ты, блядь. Да не пизди тут, слышишь? Наплевали, блядь, наплевали нахуй. У него кольцо есть только с самой полезной аурой. Ну да, кстати, это верно. Так-то да, полезная аура, пиздец. На Алурель бы помогла, кстати, многим людям. От колец убегать. Мне, например, иногда. Ну, типа, из всех пулов, сколько их было? 176, ну, вайпов, что, ебать, 10 было из-за меня, блядь, точно. Что, несешь, что, блядь? А, да я ее рот ебал, эти нахуй босс и баба, они меня заебали уже. Алурель, или Санда. Сексист, ебаду, и феминисток на тебя не хватает, ко-ко-ко. Кудах-тах-тах. Вообще-то. Сука. Фу, блять, фу нахуй, да? Сейчас бы быть феминистом. В 2К17. Сангок, отхиляй, отхиляй, отхиляй. Отхиляй, пока не поздно. Босса, босса. Босса хиляй. Да, босса хиляй. Ну, блять, ну чё ты не захилил? Шандела хиляй и ебать, по пизда ему. Минус Шандела. Кому, кому, кому пизда? Покажи мне его. Что-то не вижу. Мне пожалуйста. Тоби пизда, друг. Мне пожалуйста. Живей всех живых. А хули пишет завод? Я, говорит, зашел на ММО чемпион. Там, блядь, Starfall нерфят на 10%. Шо он ноет-то? А ну ебать, блядь, на 10%! Иди нахуй, короче. Все равно пиздец, нерфить сову, блядь, который и так нихуя почти в соло не может, блядь. Заебись, по-твоему, да? 10% все равно существенно. Монахов тоже режу, что ты плачешь? Ну ебать. Вы чё, мал... чё говоришь, Пяткин? Малахова режут? Да, Малахова. Кого, блядь? Малахова режут, блядь. Единственная, которая шутка зашла. Поехали, двоих. Так, от морды ушли нахуй. Стану дам под бешенство. Надо нахуй, да, уходить? Да. Ну бля, он так орёт, как будто там Starfall вообще удаляют из игры. Ну да, типа как метку соло. Я сказал, блядь, изначально то, что его режут, блядь. Ору, потому что мне бесит то, что сову и так в говне почти. Без легендарки. А ты вообще в говне. А я, блядь, а у меня лего последний без ебать, я что-то нахуй помню.
Стана не было, пацаны, сори, что-то вы запозднились. Да ты просто это, как его, блядь, не следишь за игрой ЛС. 9 секунд, гайс. Как, какие нахуй секунд. 10 секунд? Нам надо мобов еще двух шлепнуть. 28 секунд, давай подождем. А, ну вон, смотри, мобов тогда слышишь, пошли убьем, все четко. 28 секунд, ребят. Передай Слейте, что режет смещение звезд на 10%, а не обилку. Заебал, Нейт. Мне кажется... 7 секунд, гайс. Гайс, не послышалось или где-то взрыв был? Вот кольцо ДХ теперь 1-3 раги восстанавливает за удар. Заебись. Короче... Ты поведёшь его сейчас или нет, скажи? Стоим тут. Отлично. А куда мне его вести? Кто тебя знает? Я арт поставлю, ты его увидишь нахер. Ну сейчас увожу их. Потому что шипы. Где мужик? Заводите моба в шипы. А Яко вообще знает то, что теперь демоны блуды будут 100% тебе накапливать ярость? Я в курсе. Да. Там порезали его. И то, что у тебя тир 2, этот, ну, новый тир, он будет сейчас плейдон. Блять, вы нахуй в шипы моба завести не можете или что вон там творите вообще? Пусть бегает, о. Бэмсна. Убейте его, блять, по нему дамаг в два раза увеличен под шипами. Все еще 10 раз поменяется, ребят. 7-2-5 месяца 2. Ну, полтора. И да, я ною, потому что мне нет супер... Чекай, Пяткин сдохнет. Да. А, от вулканика опять, да? Я его, смотри, я ломал его. Оп. Ой. Ой, промахнулся. Я же говорю. Стенку заводим, стоп. Блять, все нахуй, миссанули по тактике. Блять, ну ебаный нахуй в рот, блять, ну сука, ну. Сейчас. До свидания. Прощай. Что там упало вообще полезностей каких? Так, двое, блять, пар сапог нахуй. Одни, блять, зима лето, другая нахуй осень весна. Не, мне не нужны шмотки, что вам понападали. О, 900-я Юлик, здрасте, спасибо. Привет. И пятый ок. Конечно, увеличит максимальный запас гнева, но так как ДХшник нужен на этим левел пушки, поэтому сойдет. Ну да, да, да. Перезаходите, Слайте, прощай. Как говорится, да.